Всем привет! Сегодня в магазине снова появился герой-археолог Джесс. Вот, этот герой, он очень редкий, появляется только раз в год в магазине. Вот, так что я вам очень рекомендую его к покупке, потому что этот герой, он предназначен, чтобы вот фармить ресурсы. То есть он считается самый лучший из тех, что будут фармить ресы, выполнить там какие-то задания, допустим, там найти телевизоры плюшевых медведей, потому что у него способность расход энергии при ударе так повышает эффективность мощной атаки при использовании способного. То есть когда вы делаете вот этот вот удар кулаком, у него зона действия увеличивается, да, то есть большая, то есть вот умение командира, вот когда за него будете играть, вот. То есть вот эта зона действия, она, ну, как бы захватывает большую часть, и если у вас показывает, что поблизости находятся телевизоры, там мишки и еще что-то, то есть они сразу все уничтожатся. То есть очень такой удобный герой в этом плане. Ну и фармить ресурсы. Вот моя раскладка с археологом Джесс, да, то есть с ней я всегда хожу, когда надо пофармить рельсы, выполнить такие задания, вот. Подробно, что это за раскладка, я уже снимал видео год назад, да, то есть какой нужен ассет, чтобы ходить и добывать ресурсы. Конечно, этот сет немножко пофиксили, да, то есть там убрали бесконечный вот этот удар, но он все равно считается лучшим. Ссылку на этот сет я оставлю под этим видео в описании. Вот, то есть кому интересно, можете посмотреть, я подробно все рассказываю. Но вот этого героя, археолога Джесс, я очень рекомендую купить. То есть если у вас мало золота, можете немножко подкопить. Я не думаю, что он сейчас быстро из магазина исчезнет. И вот этих всех динозавров, если у вас нету, тоже купите. Вот Изу, Крутозавр Кен. Вот этого, получается, кто спецназовец юрского периода. Ну, поставьте раскладку от конструктора и крутозавра Кен. Вот, ну, если Саути у вас нету, да, если Саути есть, лучше поставьте Саути, потому что он, получается, увеличивает время перезарядки вот этой энергии. То есть восстанавливает ее намного быстрее, тогда у вас больше ударов вот этих кулачком получается. Ну, взрыв из прошлого поставьте, чтобы у вас здоровье стало намного больше. Вот если у вас Саути нет, купите вот этого конструктора и ниндзю динозавра. Так что вот такие вот новости, что вот этот герой сегодня появился. Так что прям купите. Лучше золото ни на что не тратьте, накопите и купите вот этого героя. Археолога Джесс. Еще раз повторю, что ссылка будет в описании под видео на с этим героем. Можете посмотреть. Все, всем пока.